ничего сделать не можем, нас никто не слушает. Я говорю, хорошо. Максим Козловский говорит, вы на выборы ходили в 2019 году, выборы в Мосгордуму. Зачем нам туда ходить, за нас уже все решили. Так если бы вы пошли, шанс хоть какой-то был бы. А так вы лишили себя шанса, вообще лишили сразу. Не пойдя на выборы, вы лишили себя шанса на хорошую жизнь. И вы получили сейчас то, что было... Вот вы сделали это, приняли это решение. Женщина прикол, это просто. Она говорит, у нас подвал 20 лет заливает, и мы ничего сделать не можем. Жалуемся. А кому жаловали? Кому вы жаловались? Везде. Все, понимаете? И желтые дыры рядом с подъездом. Не стой у лифте, ты же не россиянин. Да, ну, не, ну реально, вот реально больше нет, Наташ, вот нет никаких. Ну надо честно сказать, ну мы же им сказали, жалуйтесь теперь зеркалу. Жалуйтесь зеркалу, вот жалуйтесь теперь зеркалу. Вы получили то, что вы заслуживаете. Вы сидите около телевизора, вы смотрите его день-деньской. Вы ходите в продукты. Макс, тут не видно, где слышно тебя. Не могу. Чуть-чуть. Не могу, это будет страшно. Продукты. Это иллюзия. Продукты купили, сели, жрем и все. И смотрим телевизор. Это прокладка между. Вот абсолютно. Продуктовым и телевизором. Между продуктовым и унитазом. Все.